Давай. А сестра поймал? А я на сестру не пошел. Я в прошлый раз не понял. Тихонечко. Ты стань напротив струи. Какая ваша? А вот, достал.
Лови за 3500. Грамотный человек стал за течение и ловит. Да. Это уже у него третий или четвертый хомяк. Правильно. Нету. Бамс, он еще есть. Смотри. Просто одна, вторая, третья. А мне хоть за хуем становить, блядь. На этот, блядь. На паузе, да? Я вчера вот этот просто водил. Я не дергал его, просто вот вверх-вниз его. И у меня там 6 входов и ни одной реализации. Я вчера. Зато поклевки были, они как по хребтинам нахуй водил, ёпта. Им похуй. Я по хребтинам. Куда побежал, блядь? Надо спать, блядь. Чё, цыган ушла? Бля. Коль, на один вперед иду. Нет, только никто не пьет. Да, это не без проблем. Еха, блядь. Слушай, тебе сегодня крупняк. Мне вообще сегодня везет, осетра, блядь. Она уйдет сегодня отсюда. Рефрижератор работает нормально, да? Ярик, хуярик. Хуярик, ярик. Ярик. Там. В смысле поглядел? Тут. Она у меня стояла. Я на нее уже вторую не пахну. Да? Да, все, все. Грузин! Еще не хоть, блядь, немножко активно, блядь, по сравнению с вчера-то. Вот это да. Нет, это моя, я думал, это. От той до сих пор. Размерчики разные. Только к мосту близко там не подходите. Сетка раньше стояла. Ну, если как бы блеснить, то на дно не опускаете. Сейчас все рано, сейчас все активное пока. Сейчас встанет, блин. Она будет икру, кальмар пробует.